Подарил сувенир из России. Подарил национал русские напитки. Это фотка. Мы видели два мужчины. Владимир Путин, 9-й. Они щелкались и попили русский водку на 3-м этаже. Я видела и говорила, о, Россия не была. Но я тоже попробовала русский водку. Ну и как? Первый раз и последний раз. Почему первый раз и последний раз? Я встречала 1-3 мужчины русские. Они говорили со мной, пикник, ты хочешь хорошо по-русски говорить? Я говорю, конечно, хочу. Если ты хочешь, надо выпить русский водку. Они дали полстакана. Я слазу полстакан, хочу попробовать. Пила полстакан. Полчаса дальше. По-русски, по-тайски, по-английски забыла. Не умею. Голова болела. Лицо поменяло, свет красный. Три мужчины видели и говорили, ой, ты мало пила. Давайте еще полстакана, не будет болеть. Я говорю, еще полстакана не буду болеть, правильно, буду умирать. Три мужчины, я знаю, что они еще хотят, потому что они не только мне хорошо говорят по-русски, они хотят меня попробовать. Да, потому что они говорили, и всегда они меня трогали. Да, я говорю, 3-1 неправильно. 1-1 хорошо.